Мне нравится ваша любовь к конструированию, тем более, что ваши письмена в комментариях периодически совпадают с моими планами на будущее. А вот это вот живой пример. Кстати, на него у меня давным-давно, еще до его выхода, был обзор на канале. Он лежит скрытый, я не знаю, здесь, может, покажу картинку, может, не покажу. Он лежит скрытый на канале, он есть, но там, в принципе, не на что смотреть. А сейчас, в 24-м году, они, прикинь, DLC выпустили, не веришь? Не веришь? Я тебе сейчас покажу, смотри. Смотри, что сделали. Они добавили сюда целый водный мир. Ты понимаешь, что целая земля, залитая водой. И нам нужно теперь не только ездить и летать, а еще и плавать. Но сюда мы заостряться не будем. Ну его нафиг, сюда мы не пойдем. Так, выйти, выйти, как выйти. Я уже отвык от этого интерфейса, от этого меню. Так давно я это не трогал. А мы с вами сегодня пойдем с самого начала. Мы потом туда, мы придем, наверное, но мы посмотрим на вашу По уху, наверное, сейчас ударило. Мы посмотрим на вашу реакцию, да? Если она у нас будет позитивной, то мы тут такого настроим. Предлагаю. Хронологию знают все. Чем прикольная игра, тем, что так, строим колеса, сейчас у нас будет вот это обучение все. Мы это обучение сейчас по-быстрому обучимся. По-быстрому сейчас что-нибудь сделаем, так как у нас управление. Пробел, поехали. Кто-то что-то там печет запрещенное в этом доме. Мы тут не вредим никому. Мы делаем созидательные, позитивные какие-то вещи. Кто-то там какую-то барбитуру неправильную варил. Нельзя этого делать. Мы будем, короче, знаете, что делать? Сейчас нас отпустят более-менее свободное плавание, когда мы сами сможем что-то так управлять, камерой учат. Когда мы сами начнем управлять и начнем строить машину, мы не будем убавлять. Мы будем машину делать универсально, постоянно что-то в нее достраивать. F1. F1 нажал, нажмите X удалить блоки. X удалит блоки, Ctrl-Z. Ctrl-Z, прикинь, да, это очень удобно, потому что я привык в монтажных программах этими кнопками как раз пользоваться. Ctrl-Y, вперед. Вот это уже не очень удобно. Так, все, я могу ехать? Не-не-не, стой, я уже могу строить. Подожди, я, по-моему, могу строить. Давай, удалим колеса. Сразу начинаю строить что-то такое более-менее свое. Чем эти игры прикольные? И тем, что каждый человек, кто вот в это играет, он всегда все делает по-разному. И прикольно посмотреть даже, как кто-то другой делает не так, как ты. Может быть, что-то будет продуктивней. Знаете, что я сейчас хочу? Я хочу машину поставить на пружины. На пружины. Ход должен быть мягкий. Так, держу кнопку. Зачем держу? Так, это не то. Это вот подвеска. Да, вот подвеска. Вот такую подвеску сделаем. Знаете, что еще у меня есть? У меня еще есть DLC. Вот этот вот кубик. Его можно сделать двигателем вот таким. Смотри. Это будет обосновывать все движения и почему все вот это работает. Это как кубик там, чем может управлять. А тут у нас есть крутящий момент. Вот отсюда вот жизнь зарождается, да? Вот, поставили мы вот такую вот штуковину, которая... Она хоть пружинит? Вроде пружинит, не знаю. Теперь мы прилепим сюда поворотные цапфы, естественно, спереди. Почему сделал лужи, вы понимаете, чтобы ширина колес была одинаковая. И прилепим колеса. Колесики. Ну вот это что? Это не серьезно. Мы сразу будем лепить вот такие вот колесища, да? Здесь строить можно сразу все и сразу сначала. Тут можно таких монстров уже городить. Вот. Что у нас получилось? Отпускаем машину. Мы теперь еще и рулим. Теперь... Я бы, знаете, что сделал? У нас машина уже ездит, но она, смотря на как агрессивно ездит. Я бы немножко замедлил колес. Блин, это так как бы и неудобно с одной стороны, с другой... Нет, все равно замедлять надо. Надо замедлить, потому что это слишком быстрый разгон колес. Замедлим колесики. Ускорение мы скинем ему до... Да, к скольки-нибудь, вот я не знаю, до 20... Давайте вот в 25 пускай у нас колеса будут. 25%... Это надо каждое колесо, я сейчас... Не буду я вас мучить этим процессом. Баран, тут можно, смотри, копировать и вставить. А я вручную. Ну ладно, тем не менее. У нас сейчас ускорение меньше. Машина разгоняется чуть-чуть плавнее. То есть ее сейчас не переворачивает, да? Мы будем все строить обратно. Продуктивно, сбалансированно. Мельницу. Сломали мельницу. Все, это важное. Мельница, это тоже проект реновации. Потому что давным-давно молят уже на электронных мельницах. Они до сих пор вот этой херней занимаются. Да, на этом месте мы построим современную мельницу. В другой какой-нибудь игре. Нажмите R, чтобы размещением блока, чтобы повернуть блок. Да, пушку ставим, типа. Стой, а может ее сразу на что? Не, ее надо будет потом поднять, чтобы она у нас вращалась, поворачивалась. Но это мы потом сделаем. А, меня же учат кнопку R нажимать. А, да, ну вот, все, я умею, да, уберите. Вот у нас стоит здание. Да, здание стоит. Кнопка стрелять у нас. Ctrl-Alt. Нажмите C для стрельбы. Бум. Да,
Да, да, кнопка С. Так, идем, пока не надоело, пока строим, пока увеличиваем машину. Блин, надо было... А, будем увеличивать, я ее хотел сделать сразу длиннее, потому что он такая короткая машинка-то у нас. Длинную нам надо машину, это фигня. Сделайте машину управляемой. Я уже сделал машину управляемой, она у меня уже... Так, у нас сейчас задание, надо будет мимо бомб проехать, мимо вот этого всего. О, овечки, овечки. Блин. Я не хотел овечек трогать. Ты понимаешь, что... Ладно, мясо мы там найдем какое-то, а. Шкурка-то испорченная. Овечки. Я вот сейчас вот еду, миллиметрую, только чтобы овечек не травмировать. Овцы, идите вы в баню, короче. Вы неправильные овцы, вы вообще не туда бежите. Вот, ну вот фиг на вас. Это был ваш выбор вообще. Я тут ни при чем. А что я задел? А, там смотри, вон там мина лежит справа. Я ее зацепил, эту мину, вот эту вот. Все, проехали, выехали. А что, ничего не происходит? А, надо определенное количество овечек, что ли, замочить? Овечки. А вон, смотри, нет, вон место, куда мне надо. Все сломаю, все испорчу, все уничтожу. Не понял я сразу суть миссии. Оказывается, надо было встать на определенный квадрат. Так, вот у нас появился внешний оплот. Там спереди, я помню, что бомба лежит. У меня в обзоре это было, я его посмотрел просто. Я уже это сам в курсе, что да как тут. Поставьте машину на землю, да, поставили. А как обратно поднять? Ну, поставила обратно. А, обратно можно. Ладно, все, понял, перемещать можно. Отпускаем, вот там у нас, видишь, бомба лежит. О, в нас стрелы летят. С стрелять, да? Ну-ка, в бомбу попадем. Опа! Да, в бомбу попали. Все, нет никого. Они опять там какой-то лиловый алкоголь неправильный произносят, добавляют туда реактивное топливо. Ну, с этим мы разобрались, конечно, в другой игре, но остатки этого бизнеса тут, как видим, остались. Теперь нам надо, ну, еще чего-то тут натворить. Что-нибудь еще сломать получается. Да. Одни мелят, другие заносят. Все это, блин, его, вот этот вентилятор тоже надо, блин, сносить, оказывается. Но это мы не отсюда заедем, мы сейчас с другой стороны к нему занырнем. А, получится ли заехать? Он на возвышенности стоит. Странно очень машина управляется, колеса, видать, большие. Надо их чем-то, что-то к ним прилепить можно и что-нибудь, конечно, подзатюнить. Давай, опа, все, готово, все. Больше ничего незаконного тут не производят. Идем дальше, ну смотри, уровни как щелкают. Но потом так... Ни хрена себе, ты смотри, какие тут войска. Наращиваем потенциал постепенно. Постепенно. Знаешь, что я сейчас построю? Я построю вот такую палку. Вот здесь. Вот здесь вот снизу поставлю палку поменьше. Вот тут вот. Вот так. Опа. А потом спереди сделаю такую же фигню. Возможно, это непрактично. Возможно, сейчас будет хана каюк всему. Вот так вот. И возьмем оружие. Возьмем дисковая пила. Чем тебе? Понятно, что можно тут флеймом что-нибудь такое. Нет, мы не будем. Это все вот эти вот бандюки, которые все вот это вот готовили, они все сюда пришли. Блин, или двойные пилы наделать, или вообще вот тут вот так вот еще понаставить, их вниз опустить и внизу посередине, потому что они будут между колесами тыркаться. Ладно, поехали, попробуем. Погнали, народ, иди сюда. Угу. Согласен. Лучников, до лучников надо доехать срочно. Машина не поворачивает, они мешают. Они не дают мне доехать. Ой-ой-ой-ой-ой. Лучников убрать, они... Так, чуть-чуть от машины у меня что-то осталось. Взрывается, главное не загореться. Машина может загореться, тогда ничего у нас не получится. Как-то ножи плохо работают, я что хочу сказать вам. Они... Ну... Я не понял, а вы что, ножи-то не боитесь? Алло? Так, ну почти, чуть-чуть осталось. Не очень практичная, конечно, машина по борьбе вот с этим вот всем, но не для этого мы все готовили. У меня, по-моему, не... Подходите. Давайте уж сами, у меня видите, у меня проблемы. Проблемы, товарищи, идите сюда, пожалуйста. Так, чуть-чуть осталось. Движуха идет. Они везунчики. Им просто везет. Сказочно везет. Так, подожди, а что так? Надо до лучников вот просто как-то доехать. Они мне направление меняют. Вот эти вот засранцы маленькие. Идите нафиг, лучников надо убрать как можно скорее. Все, лучников не осталось. Едем назад, что-то взорвалось. Хорошо. Топчем. Так, это вообще киборги, роботы, потому что люди так не ходят. Это каких-то машинов, дроидов, убийц на меня наслали. Сейчас смотри, сейчас почти без потерь прошел. Вообще красиво получилось и очень быстро.
Поехали дальше. Усложняются, видите, уровни? Но машина сейчас будет обрастать, будет. Добавьте поршень. На кой хер здесь надо шары катать? Я шары могу и без поршня катать. Зачем мне поршень? Ну давай добавим поршень. Давай его вот сюда поставим сбоку, если что, мы с бачками будем толкать. Так, как кнопку, как понять кнопку? Выберите, нажать. Кнопка H. Выберите, заменить. Пускай H меня устраивает, кнопка H. Не надо мне ничего. H же. H толкаем штуки. Так, аборигены местные бегают. Сейчас я спасу, я помогу вам, я уберу эти камни. Я вижу, что они вам не нравятся. Сейчас я все уберу. Камни надо нам столкнуть. Не под себя, естественно. Ой, все, засосало камень. Ну, не такой машиной это делается. Перестраивать ничего не буду. Не буду. Вот второй камень стоит у нас на возвышенности. Не хочу ничего перестраивать. Я хочу пройти, именно достраивая, усовершенствуя. Там такой монстр в конце должен этого периода, этапа образоваться. Так, стрелим, камень собьем. Так, камень сбили. Он сейчас сам, смотри, прикатится куда надо. Да, да, да. Хорошо, хорошо. Мыши, главное не сядь. Я, по-моему, тебя не зарядил. Главное, не садись, пожалуйста. Стоячий камень. Откуда у меня коты? В общем, уничтожить надо стоячую спереди вот эту вот хреновину. Она отражает новые современные волны вышек 5G. Это 3G вышка. Ее надо убрать, потому что будут ставить новую. Она перебивает волны. И, короче, телефоны глючить начинают у всех. Знаете, что надо сделать здесь? Здесь нам надо вот эту пушку переместить, да, вот так вот в нее нажать и вверх ее типа поднять. И под низ, под нее поставить что-то, что угол нам меняло. Что у нас может менять угол? Опять, наверное, цапфа поворотная, то, чем мы поворачиваем автомобиль. То есть мы вот эту вот штуку ставим сюда, мы ее повернем вот так, нажали. Теперь нам ее надо правильно настроить. Жмем. Не надо нам кирпич настраивать, давай штуку настраивать. Автовозврат не нужен. Наклонять мы будем кнопкой Q, кнопкой E. Предел угла можно менять. Скорость не знаю, как бы лучше сделать. Давай посмотрим, что у нас вот так получится. Нажали Q, E. Ну да, ну довольно, слишком быстро, наверное, это все происходит. Давай подъедем. Она стреляет, скотина! Ты что, охренела, что ли? Ты понял, как 3G вышка волнами своими тут? Нифига, мы все эти вышки уберем отсюда, не надо нам такого. Такого мы не заказывали. Небольшой форт. А чем это нам мешает сделать то же самое, например? Стой, пробел, С. Ух ты! А почему? Ну-ка. Ой! Подожди. Что такое? Надо что-то более взрывоопасное. Ты смотри, пушка в форт не берет. Такая серьезная пушка, а форт не берет. Ну смотри, я его сейчас колесами разгрызу форт. Да. Мы его и так сейчас, этот форт, расковыряем. Что нам эта пушка? Вот почти, ну чуть-чуть еще. Да, давай, есть, готово. Сломали форт, каменный форт сломали. Только в путь 25 секунд. Так. Опять у нас толпа народу. И смотри, стоят пушки. Пушка сверху, пушка снизу. Пушку мы вот в эту, наверное, сразу попадем. Надо, знаешь, что сделать? Надо заранее нам наш механизм вот так вот повернуть в пушку. Понял, да? Чтоб типа раз, бам-бам, пушку снесли сразу. Все. Ай! И лучники, и еще одна пушка. А мы теперь можем только... Откуда у него столько под... А что-то у меня все развалилось-то. Вся машина развалилась. А тут надо еще делов столько наделать. Нет, так не пойдет. Нам сейчас нужно как-то наш танк-то усиливать. Хотя почти. Хотя вот помучиться можно и так пройти. Нет, давай танк усиливать. Потому что почему бы, почему его не усилить? Чего мы на маленьком таком ездим? Вот так вот сделаем его шире. Чтобы он не разваливался, ты видел, он напополам сразу развалился. Что за фигня? Не надо напополам, чтобы он сразу развалился. Я бы еще шире ему сейчас... А крылья, конечно, почему нет? До сих пор крыльев. Это крылья над колесами. Их тоже... Можно все еще броней окутать. Кстати, вот этот перед... Я бы убрал и какой-нибудь ковш поставил. Да? Давай попробуем убрать и поставить ковш. Я что-то удалил лишнее, по-моему. Ничего не удалил. Так, где-то у нас вот в защите, в броне... А, так тут мы еще так нехило так можем вооружиться, типа так.
еще броню вот это все оббить. Вот здесь вот сейчас еще что-нибудь нафиксируем. Детали-то они у нас бесконечны. Вот если бы детали, они бы еще у нас, знаешь как, были ограничены как-то, да, еще бы проблема какая-то бы была. Надо, наверное, все броней окутать как-то, обделать. А как сейчас передних я буду мочить? Ладно, самое главное взорвать вот эту переднюю пушку. Опа! Пушку взорвали. И вторую пушку. Ну, от пушки урона, кстати, не так уж много. Урон больше вот от этих вот... Ты не прыгай ты так. Не прыгай. Они развернулись. Ой, ты какой неуправляемый, а? Какая неуправляемая у меня ведро-то. Плохо, плохо я его спроектировал. А что, не смогу, что ли? Они опять меня разобрали. Машину повернуло. Ай-я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 й. Так хорошо все начиналось. Так, один, второй, все, лучники кончились. Еще кого-то зацепило. Еще надо, можно снести вот эти вот домики. Но до них я вот в таком состоянии. А, нет, все, прошел. Всех победили. Всех победили, как обычно, все хорошо. Далее. Пиклиры. Опять какая-то древность, опять какой-то маяк, опять какая-то... Нет, ну вообще-то это могла бы быть какая-то достопримечательность ли... Ладно, здесь знаете что? Сейчас мы нововведение сюда включим, знаешь какое? Во-первых, давай машину повернем в сторону прям вот этой вот лиры. Так, где поворачивать? Вот здесь поворачивать. Крутим машину в сторону лиры, естественно. Так вот, прицелиться сразу... Сразу прицелиться, говорю. Потом мы ствол просто подымем. Поди. А, мы ее стволом же не уничтожим, наверное. Или уничтожим стволом. Я хотел построить катапульту. Или вот, ну, для интереса, как минимум. Подожди, давай сейчас подъедем мы. Смотри, мы сейчас подъедем тихонько. Смотри, опять овечки бегают. Овечки, сегодня я не по вашу душу. Иди. И вот так вот, типа, жахнуть туда. Ну-ка. Бэм! Буш! О, нет. Нам нужен аргумент серьезный. Сейчас будет вообще сейчас шикардосное строительство у нас будет. Мы, во-первых, мы машину сейчас удлиним. Поднищем, пускай вот эта пила будет. Она нисколечки нам никак не мешает. Удлинили. Раз, два, три. Раз, два, три кубика. На четвертый ставим еще колеса. Вот сюда вот поставим еще колеса. На амортизаторах, естественно, у нас мы без амортизаторов не ездим никогда. Вот подвеска сюда. Раз, сюда. Два. Вот. Сюда мы поставим, естественно, вот эти вот такие же самые колесики. Блин, сколько там у меня было, я не помню. А, стой, подожди, копипаст, как я там сказал. Сюда жмем, вот здесь нажимаем копировать. Жмем сюда, нажимаем вставить, да. Раз, вставить, вот. Все гораздо продуктивнее вот так вот у нас происходит. И мы здесь построим как раз ту самую катапульту. Просто я не знаю, на каком расстоянии сейчас ее делать. Вот на таком. Почему нет? Раз. Ну да. Что, а что я одинарную туда поставил? Вот так вот. Раз. Два. Три. Четыре. Хватит, нет? Да, наверное, хватит. Теперь, смотри. Кирпич один внизу. Кирпич один вверху. Можно еще чуть ниже кирпич. Можно чуть выше кирпич. Делаем шарнир. Вот он, шарнир. Ставим шарнир. Это простой шарнир. Он без движения. Мы на него мы можем чем-то извне воздействовать. И теперь делаем вот так вот. Раз. Два. Три. Что-то пересечение. Ты смотри, у нас кончилось пространство для рисования. Так, вперед. Это вот, а что такая маленькая площадь для рисования? Я такого понастроил. Вот нас пытаются ограничить в чем-то. Вот здесь вот мы должны найти корзинку. Где корзинка? Где-то была корзинка. Вот корзинка в броне. Вот тут вот. Мы поставим вот такую фигню. В оружие мы выберем. Вот они, валуны, просто камни, да, горящий шар. Вот она, бомба. Это взрывоопасно, у меня машина может взорваться, правда. И теперь нам надо как-то... Блин, выше, что ли, ее делать надо? Я не хочу выше. Она у нас может служить еще экраном, кстати. Вы не знали? Но это потом, подожди. Теперь нам нужно найти какие-то... Вот они, пружины. Пружину цепляем сюда. Цепляем пружину сюда. Цепляем пружину сюда, цепляем сюда. Можно дальше. Короче, здесь можно настроить силу.
с которой мы будем тянуть вот этот вот, вот эту вот хренотень всю, вот эту, чтобы она катапультировала. Это в принципе все, смотри, у нас уже пушка, машина такая, да, с пилами для уничтожения всяких этих ненужных, незаконных этих производств. И теперь у нас еще и катапульта будет. Какая кнопка у катапульты? Нам нужно, чем мы будем управлять вот этими вот жгутами. Кнопка L. Отпускаем, кнопка L нажимаем. Опа! Красиво, да? Теперь мы можем регулировать дальность, в которую полетит этот куб. Либо увеличив высоту вот эту, либо знаешь, что сделать? Вот здесь вот можно ограничитель поставить. И получится так. Понял. Я даже не двигался никуда. Четко. Теперь у нас еще и катапульта. Где-то будет миссия, где надо будет... Так, стой. Чем отличается от предыдущего? Тем, что попасть надо. Понял. Секундочку. Секундочку. Вот так вот. Опа. Готово. Миссию за миссией. Вообще, я даже не успеваю посмотреть, про чем миссия. Я-то понял, это конструкторское мастерство. А раз вы здесь, значит, вы тоже любите этой херней заниматься. Так, вот она, эта миссия. Я ее помню. Потому что здесь надо строить нам кран. Мы можем сделать кран. Это будет продолжение катапульты. Еще будет и краном. Но суть в том, что потом катапульта не сможет стрелять. Если вот где-то, где построить кран вот на этой же машине, чтобы была одна машина у нас. Можно вот так вот, раз, два. Кран, так, сейчас я буду, наверное, сложно тупить. Нужен поворотный механизм, вращающийся блок. Это не то, вращающийся блок, это он будет сам тупо крутиться, это для вертолета. Так, вращающийся блок нам не надо, нам нужен вот этот вот штука. Да, нам нужна именно она. Мы сейчас начнем настраивать ей кнопки. Например, смотри. Поворот влево-вправо, это будет у меня U. Влево это U. Как? U я сказал. Вправо это у нас будет... А, то Y это U. Вот. Y, U. Вот, на нее мы ставим... Кран еще можно с этой же делать. Но это сложно. Нет. Секундочку. Секундочку, сейчас все будет. Берем блоки, выстраиваем блоки вертикально, низко, надо больше. Блин, оно мне упадет. Я сейчас такой кран сделаю. Кран у нас будет ездить параллельно. Ой-ой, ужас какой. Кран у нас будет как-то вот... Да, это будет зад крана. Нет, наверное, сзади надо для эстетики. Все-таки для эстетики мы поставим сзади чуть-чуть вот так покороче. Спереди сделаем длинней. У меня машина будет падать, я сейчас наделаю. И нужно... Ну ты понял, да, что получилось? Смотри. Ну машина, видишь, она трясется. Еще и грузы потом поднимать. О, мне кажется, это высоты не хватит, надо выше делать. Точно не хватит. Блин, это еще и выше все должно быть. Кошмар какой. Ладно, не бед... Пересечение... Все? Это вся высота? Понял. Возвращаем, строим, как сказали. Теперь нам нужно как-то лебедку за лебедку зацепить. Кирпич? Или не кирпич? Здесь, по-моему, цепляется только за кирпич. То есть, так, перефокусироваться как? Вот так? Оп, да. То есть нам нужно кирпич. Этот... Снесем. Здесь надо зацепить лебедку. Не сюда ты ее прилепил. Ой. I, Ctrl, U. Все сломал, короче. X. Вот, лебедка сюда. Потому что без кирпича лебедка, по-моему, у нас никуда не цеплялась. И теперь нужен вот такой, что ли, штука. Вот. Вот. Как ты управляешься, эта штука? Ну-ка, подскажи-ка мне, штука, как ты управляешься. Захват. Автозахват. В. Открепить. Лебедку мы чем крутим? N и M. Сейчас эти все кнопки еще запомни, пойди. То есть, все. Уйди, отпусти. Хочу управлять. А что ты не управляешься? Алло. А чё не едет? Сломалась игра.
У меня игра сломалась. Или я что-то не так построил? Да нет, она бы... Не работает? Вот вам лицензия, игра, блин. Я только разошелся, такие у меня тут... Так, вот это взорвали, вот здесь вот... Взорвали, вот здесь вот мы сейчас находимся. Вот. Во, это просто баг какой-то был. Так, М, Н, вот, поднимать, опускать. Поворачивается Ю... Херню, ну, еще и катапульта же она у нас заодно. И В это отцеплять. Теперь нам нужно подъезжать вот к этим кубам. Машина хорошо едет. Подъезжаем к кубам. Видишь, я не сделал выдвигалку. Выдвигаться не могу. Теперь мы на N или M опускаем. Мимо. Мимо. Теперь поворачиваем. Так. N, М. Опа. Поднимаем. И видишь, вот, а высоты не хватает. Вот как ее так построить, чтобы высоты там не хватало? Теперь подъезжаем аккуратно. А, все? Все? Да ну. А вы отпустить? Отпустил. Ну, короче, да, нас просто пока учат, тренируют. Я еще это приучают к багам. Стадо Соломона. Убить 80% всех овец. Что, время собирать урожай, что ли? Чего вы так на овец-то? Так, ладно, отпускаем. Ну, у нас вот этой машины должно хватить. Вон, видишь, там овцы... Вон они на холме стоят. Вот туда мы подняли. Да они сами бегут, они сами убьются. Здесь просто постоять, они сами все сделают. Вот туда вот, если попасть вот этим вот кирпичом L, да? Оп! Не допопал. Слишком далеко кинул. Вот если издалека вот так вот подальше кидать, вот так вот L. Все равно не попал. Подожди, надо попасть. Ну, нужно нам попасть. Вот так вот. L. Во, вот это было хорошо, смотри. Здесь не обязательно прям вот всех вот, кто есть на карте. А здесь вот главное, чтобы шкала вот внизу вот это заполнилась и все. А так вот можно смело тут вот кататься. Как бы подъезжать к ним, они сами, видишь, они с любовью к нам бегут. Правда, вот не совсем у меня машина предназначенная, чтобы вот собирать вот эту вот мелочь вот с поля. Прям вот, а мельницу бахну, у меня же тоже должно прибавиться очей. А что, не так надо? Вот неудобно, что вот это здесь стрелки, а вот здесь не стрелки. У меня же есть кнопка С еще вот тут вот так. Бум. Да, прибавилось. Вон они сколько. Я вас освобожу, выходите из загона. О, великие овцы. Симулятор овцы, кстати. Вот это сейчас, вот это было вообще, ну, не очень приятно, конечно. Но миссия почти выполнена, осталось. Блин, как вот это вот тут не... Да. Сейчас я сам же об свою запчасть весь и ушатаюсь. Вот наверху еще бы вон тех вот потрогать. Нет, ну нам хватит. Смотря, колесо... А колесо само ездит. Там пила на колесе, оно ездит, и колесо из этого катается. Короче, нормально. С овцами справились. Теперьчи. Перевал Стрелка. Что? Пройти через область. А, надо подняться наверх. Так, а так, такой мой самосвал тут поднимется, нет, интересно? Ну-ка. Кто-то стреляет. Машина, что? Кто стреляет? Я вам сейчас как стрельну, блин. Кто там? Почистил траекторию. Летит откуда-то что-то вообще из невиданного. Машина слабо маневренная, потому что... Да нет, у меня тут должен, типа, дифференциал срабатывает. Нет, наверное. Давай аккуратно вот здесь вот. Он вот передом так виляет, истерично очень. Откуда-то летят стрелы, не пойму откуда. Так, прошел контрольную точку. Прошел вторую контрольную точку. Где третья контрольная? Понял. Взрывчатку надо ее сразу выкинуть, потому что она мне... Я могу сам с ней взорваться, и это не очень хорошо. Надо просто нацелить камеру нормально, чтобы я ориентироваться мог лучше. Все, давай спокойно. Но ее клонит чуть-чуть влево, скорее всего, из-за того, что у меня кран слева стоит. Блин, я слишком громко говорю, наверное, в микрофон, и у вас будет такой звук запирающий. Надо подальше себя держать себя в колготках. Так, во, разгоняемся. И куда-то... Пройдено за 30 секунд. Хорошо, следующая зона. Мы, кстати, остров завоевания, завоевателя.
Вот это вот должен быть у нас последний уровень. Смотри, у нас дворец, у нас опять куча вот этих вот дурачков, с которыми надо что-то как-то сделать. Но вот надо вот в эту вот башню просто с катапульты жахнуть. Потом у нас еще пушка есть. Давай отъедем вот так вот. Катапульты жахнем. Машина же... Ты смотри, я сразу полуровня прошел. Здесь можно еще мне... Я же могу еще пушку опустить, типа. Ребята, опускать у меня кнопка Q. Да, опускать кнопка Q. Могу еще вот так вот на ядра тебе. Все, и вот этих вот... Давайте, идите сюда. Идите сюда, идите, идите, идите. Будете вы мне тут производить термоядерный алкоголь. Травить мне народ, идите нахер. Надо еще здание тоже вот эти вот немножечко пощупать. Смотри, один из солдат повис на этой. Видишь, видишь где? Висит. Качается. Вот скотина. Отпустить. Во, и на колеса себе. Все продумано, техника максимально продуманная. Осталось вот парочку зданий. Мельница, не мельница. Мельницу можно краном, кстати, погладить. Насколько я понимаю. Так, вот. А здесь вот потом вот стрелой. Это кто у меня было? Ю, Е, Ю. Вот. Бам. Вот. Еще дома. Не вижу больше домов. Домов не вижу. Но осталось потолкать стены. Ну там можно чувачков еще подавить. Но нет, давай вот в стены въедем. У нас вроде бы колеса тоже ушлые были. Нам всего-то надо... Достижение контр... псион. Короче, прошли. Уровень. Очень быстро, четко, 1.14 заняло вот это вот последнее. Следующий остров у нас, это мы прошли целый блок игры, понимаешь, все вот это обучение, и мы только увеличивали машину, не меняли конструкцию. И если так продолжать дальше, я не знаю, такая же машина у нас будет. Да, теоретически у нас эта же машина. Если мы этой же машиной будем продолжать чего-то делать, она у нас будет становиться больше, больше, больше. И можно сделать прям идеальную универсальную машину в итоге. Может быть, так и поступим, если не будет такое, что надо будет все вот это дело и уменьшать. Вот такое вот может у нас быть прохождение этой игры. Я чисто для пробы сейчас вот видосик такой сделал, да? Вот, и наблюдаем, что да как. Вот, спасибо, что пришли, что оказали знаки внимания, поставили оценку, что написали комментарий. Прокомментировали, ответили на комментарий соседа, поставили соседу лайк. Вот, я на этом все. Пошел. До скорого.